Всем привет, канал Криптомания, рубрика SEO. Знакомимся с новым проектом, называется Orbis. Сейчас разберем более детально данный проект, посмотрим, какие планы, что представляет собой данный проект. Итак, Orbis имеет большие планы по запуску физических филиалов по всему миру. Наши филиалы будут оснащены банкоматами, самообслуживанием и виртуальной поддержкой на основе AI. Отделения Orbis будут предоставлять все виды финансовых услуг, которые включают в себя услуги по оплате, передаче, снятию средств, депозитам и инвестициям. Финансовое подразделение Orbis, являющееся автоматизированным и децентрализованным бизнесом, не будут иметь работников, чтобы избежать ошибок в человеке и мошенничества. В этом случае нашим клиентам будут вручены и помогать роботы и голограммы с использованием искусственного интеллекта. Ни один из наших клиентов не почувствует разочарование комиссии за транзакции, потраченные впустую, время и плохое обслуживание клиента. Цифровые платежи растут не по дням, а потому, что мы используем для нашей рабочей модели универсальная инновационная транзакционная услуга, включающая как фиаты, так и криптовыделения. На сегодняшний день не существует. Поэтому мы нашли способ заполнения эту пустоту, предоставив Orbis Money Transfer and Investment Project. Orbis создает уникальную блок-цепочку с двумя монетами, которые используют для снятия средств. Предоставит клиентам инструменты, которые позволят скачкообразному переходу на более безопасный блокчейн 5.0, способный создать синергии между криптоконвертами и адаптироваться к их конкретным потребностям, разбивать и воссоединять обеспечение более аккуратный и быстрый поток данных, которые может управлять активами со сложной структурированной вселенной через Orbis Coin. Что такое Orbis Transfer? Orbis Solution имеет большие планы по запуску физических филиалов. Финансовое подразделение Orbis является автоматизированным и децентрализованным бизнесом. Решение Orbis, инвестиции, торговля, управляющие и управляются жадными банками и корпорациями, которые контролируют доступ, работают непрозрачно и всегда берутся к расщению ваших денег. В результате отрасль страдает от низкой ликвидности в виртуальных товарах и криптовыделениях, а также отсутствие единого интерфейса для доступа к финансовым виртуальным товарам и криптомаркетам. Кроме того, сложность и исключительный характер существующих финансовых систем в настоящее время составляет более 3 миллиардов человек без банковских услуг по всему миру. Поэтому компания Orbis Solution придумала и разработала одну замечательную идею. Платформа Orbis, зарегистрируйтесь, участие в SEO, вошли в нашу экосистему, чтобы управлять своими активами только с помощью подключенного к интернету смартфона или компьютера. Полезная монета Orbis будет иметь стабильную цену и будет использоваться клиентом для осуществления платежей, сбережений, перевода без каких-либо затрат и активов, без рисков обесценивания или потери. Монета безопасности Orbis будет выпущена публично для криптовалютных обменов и трейдеров. Пользователи смогут конвертировать криптовыделения, фиксировать деньги в монеты Orbis и управлять ими через приложение. Настольные программы для карт, смартфонов Orbis в наших будущих подразделениях самообслуживания Orbis по всему миру. Здесь можно посмотреть видео. Дальше. Белая бумага. Здесь можно почитать
Дальше. ICO, детали ICO. У нас старт 1 мая был. И окончание ICO у нас будет 29 октября 2018 года. Общее количество токенов 80 миллионов, и один токен стоит у нас 50 центов. Здесь мы видим распределение токенов будет, как осуществляться. Осталось 73 дня. Также видим дорожную карту. Итак, проект начал работать с 2017 года. Как мы видим, 1 мая, как я сказал, уже начало ICO, 29-го закрыт в Орбите, 1 ноября выпуск настольной мобильной платформы Orbis, Orbis и монеты, Orbis Wallet, Orbis Mobile App. 15 листинг и торговая монета Orbis и Orbis на большинство крупных бирж, выпуск дебетной карты Orbit, будет своя карта. Это очень хороший признак. Когда у проекта уже есть продукт, это уже хорошо. 1 января предоставляем Orbis Invest. В феврале предоставление проекта филиалы Orbis самообслуживания банкоматов. В марте выпуски для публики покупает Orbis Franchise. Франшиза будет даже. И 1 октября предоставление проектов филантропии Orbis. Стоящий, ребят, проектик уже даже так смотреть. Также вот можем посмотреть видео. Команда, представляющая, работающая над данным проектом. Можно ознакомиться с ней. Где представлены. Здесь можно почитать. Сейчас задаваем вопросы, получить ответ. Также мы видим карту. Таллин, Эстония. Также, как мы видим, ребят, социальные сети. Обязательно подписывайтесь для получения более подробной информации по проекту. Вот есть страничка Twitter. И здесь, как мы видим, обновление 12-13 августа, то есть проект живой, обновления идут каждый день. Обязательно посещайте страничку на Bitcoin Talk форум. Здесь можете как задать, так и получить также интересующие ответы на ваши вопросы. Также имеется канал YouTube, ребят. Стоящий проект, напомню, до окончания всего остается 73 дня. Кого заинтересовал, присоединяйтесь. Начинайте зарабатывать вместе с нами. А также не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока и до новых встреч.